Итак, друзья, я в Эмпурии Браво. Это у нас испанская Венеция. Сейчас поснимаю немножко красивые виды. Смотрите, какой красавчик подъехал. Rolls-Royce такой. Классик. Да, такой считается. Ну, видите, эти, как называется, монакские номера с Монако. Такой красавчик. И сейчас немножко прогуляемся, друзья, здесь. Сегодня очень классная погода. Вот крутой ресторан «Капитан», где мы сидели, стримили. Симпатичный такой, самый как дорогой, как сказал Жанна здесь. Вот. И вот в чем здесь, друзья, красота. Видите, можно прям жить на яхте, снимаешь апартаменты. У тебя яхта стоит или лодочка, и ты сразу выходишь на ней. Какие красивые здесь местечки. Вон даже дом построен прямо внутри белых. Видите, серые среди белых. Вот стоят крутые яхты. Вау. Эмпурия Браво. Не думал, что я здесь рядышком буду жить. Видите, какой длинный. Такая марина очень длинная, красивая. Сейчас прогуляемся. Рент-э-борт. В общем, можно арендовать катер здесь. Здесь летом, говорит, вообще не пройти. Вот она, Эмпурия Браво, Розес. Побережье нарисовано. Так, цены тут есть, если цены. И вот смотри, какие цены на аренду яхт. Видите, такая вот яхточка стоит полдня 325 евро летом, зимой 260. Видите, ну вот, смотрите, цены какие. Один день 435 евро. Вот такая маленький катерочек стоит, нифига себе. Вот такой катерок сколько стоит. Вот такой вот, цены, смотрите. Зимой стоит полдня 210 евро. Охренеть. Вот. Такой. Вот такой побольше. Вот какие цены. Вот смотрите, какие цены аренда яхт. Это недешево. Вот стоит хороший мультиванчик. Прогуляемся немножко сегодня. Я даже, друзья, кофту снял. Очень тепло прям. Солнце такое хорошее. Уже не сезон, все парковки тут бесплатные, как мне сказали. Вот такие красивые апартаменты. Классный вид, только в другую сторону немного, не на море, но тоже. Понимаете, какие балконы шикарные, видите, никто не живет, уже все закрыто. Уже. Здесь я уже давно последний раз гулял. Вот так вот жизнь проходит. Опа, так, пардон. Сейчас шнурок развязался. Сейчас шнурочек завяжем. Опа. Как в тени сразу холодно становится. На солнце хорошо. Вот какие марины. Яхты стоят красивые. Ух, паркинг, наверное, здесь хорошо стоит, чтобы здесь постоять. Вон красивый какой домик. Вон какая длинная марина какая. Как паркинг яхт, наверное, тоже по шлагбауму, чтобы сюда войти только можно. Вот, видите, что, если спуститься, нужно ключик иметь. Привада. Так. Прикольно. Собачкам гулять нельзя здесь. Сейчас пройдем по набережной. Немного.
Народ, кстати, здесь достаточно много. Сейчас вот в этом ресторане сидели, кофе пили, стримили. Народ приходит кушать, видно, много здесь приезжают на сезон. Здесь же снега нет, получается. Зимой вот такое солнце. Вчера вот один день дождик полил. Точно вся даже не мокла, ветер был. Вот вчера был дождь. А сегодня уже тепло. Солнце, можно ходить без маечки, на солнце особенно. Вот красавчик стоит, друзья, да? Смотрите, какой мерсик. Бельгийские номера. Такой минивенчик. Вот. Стоят автодома. Ну, кстати, машин много приехало, там тоже поставил. Господи. Вон, видите, в ресторан даже очередь, друзья, как я понял. Столов, что ли, мало даже. Сейчас мы сходим на пляж Импури Браво прогуляться. Ну, спортивные площадочки. Супер. А я иду пляж здоровый. Звездочка крутая. Видите, куча народу кушает. Бургерс, фахитос. А, мексиканский стан, он что-то написано 7,50 стоит, видно. Не знаю, это прайс. Да, пляж прям вообще здоровый, ребят. Как в Майами буквально. Здоровенный. Сейчас немножко прогуляемся к песку. Красиво, вот такая набережная. Надо сюда будет на самокате приехать покататься. Как-нибудь. Вот разрез впереди. Все, что-то забыл самокат с собой взять. Ресторанах красиво, как сидеть на солнышке. Да, ресторан, ребят, забиты прям, смотрите. Много народу видно, народ выходит покушать. Приезжает отдыхать сюда. Сейчас пойдем к воде прогуляемся. Так. Вот здесь, наверное, еще даже душ работает. Ну-ка. О, точно, друзья, смотрите, еще работает душ. Так что можно ходить купаться, вода льет. Супер. Мне вот не хватает немножко там тоже душа. Футбольчик можно играть. Сейчас где-то на градус 15 и солнце. Вот так вот примерно. Такая, в общем-то, такая средняя температура, погода, наверное, в Испании всю зиму примерно. Не считая сильных ветров и дождей. Но они заканчиваются. А потом начинается хорошая погодка. Вот ребята, видно, купаться пришли. Я сегодня уже купался. Вот, друзья, такой здоровый пляж здесь. Импури Браво. Потом надо сейчас на самокате приехать покататься, конечно. Познакомиться с Импури и Браво. Ох, какой классный пляж. Вода тоже прозрачная. Даже моя проваливаешься. Thank you.
Сегодня вообще воскресенье, какие-то магазины не работают, но видно, много людей приезжает с Франции гулять сюда, поэтому куча машин на французских номерах. Здесь прям до границы 40 километров рядышком. Ух ты, зона Wi-Fi, видно даже, да, здесь, как интересно. Вот ресторан Тхотис какой-то, сколько народу, точнее Тхотс, куча народу. Ай-яй, все забито, прямо. Enjoy. Классно. Вот такие дома классно на первую линию выходят. Да, эти квартиры стоят очень дорого. Потому что вид с балкона, конечно, просто шикарнейший. И все, друзья, всем счастливо, хорошего дня.